Приветствую. Я тут собираю, знаете, время, собираю себе обед сегодняшний. И хочу вернуться быстренько к теме малосольные огурцы. Только я сначала поставлю себе эти хэш-брауны сюда. Одну секундочку. Расскажу, что у меня будет на обед. На обед у меня будут вот такие хэш-брауны, или тоже называется драники. И к ним будет мясо. Сейчас покажу. Так, один. Выпеку три штучки, а там, может, не съем все, на вечер останется. И мясо, которое я выпекала тоже в своем этом... Как он там называется? Аэрогриле. Если я забываю, мне хочется сказать по-английски. Air fry. Ну, потому что я читаю рецепты английского и все остальное. Так. Поставила. Включу. Два. А какую я температуру делаю? 190 градусов. 190 градусов. И 15 минут. Потому что они замороженные. Так. Пошло. Пока оно там будет... Так сказать, готовиться, выпекаться, вернусь к этим огурцам малосольным. Почему я хочу вернуться? Может быть, я как-то неправильно вчера рассказывала? Вы пока любуйтесь, это монтрё. Когда-нибудь вы видели, что вот так вот такой букет стоял в вазе? В вазе. Такая красота. Сейчас на ней 20, я посчитала, 27 цветков. И вот на каждой веточке распускается еще по бутончику. Вот здесь вот уже практически почти распустилась. Будет 32. Тут еще есть один цветоносик маленький. Очень. Любуйтесь. Так вот, когда я вчера делала малосольные огурцы, мне даже не пришло в голову, может, некоторые люди подумают, что это я как бы заготовку делаю. Ну, я не могу сказать на зиму, потому что у меня лето. Ну, может быть, кто-то подумал так. Потому что один был такой вопрос. А что, такие как бы длинные эти огурцы можно солить? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Конечно, наверное, на зиму их там консервировать и солить не очень можно. Хотя я никогда не пробовала. Но резанные огурцы продавались даже в советское время. Кабачки резанные продавались. И огурцы продавались резанные в магазине. И второй такой вопрос. Будут ли они огурцы хрустящие? Вот я не знаю. Сейчас я достану один. Знаете, для чего я их делала? Я их делала вчера, так сказать, посолила с укропом и с чесноком, для того, чтобы я уже сегодня могла этот огурчик съесть. И возвращаясь к теме хрустящести, я хочу сказать, для меня все, что хрустящее, это все имеет недостаток. Я не люблю хрустящего. Оно у меня всегда твердое. Если вы помните, достала. Если я делаю салат, вот этот, который авокадо, киви и огурец, я сейчас даже и не добавляю туда фета, этот сыр. Я без него делаю, и так хорошо. Я огурцы там джмакаю, так сказать. Поэтому для меня все, что хрустящее, это все имеет недостаток. Ну, вот. Я не знаю, слышно вам или нет. Но у меня он хрустит. Но это прошел один день. Ну, я думаю, они завтра будут хрустеть. Знаете, если бы они долго постояли, они, конечно, не будут такие, как за сутки. Но
я, так сказать, и не собираюсь их держать долго. Я их собираюсь есть каждый день. И как можно больше. Потому что, как я уже сказала, вот этот свежий огурец, он надоедает, тут у тебя все время в течение года свежий, 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 свежий огурец. Ну, только пошел там, купил в баночке какой-нибудь маринованный. Я смотрю на время, чтобы перевернуть. Еще 11 минут. Вот. Поэтому. Товарищи, вот они у меня простояли. Вчера я вечером делала, да? Они у меня простояли до сегодня, где-то часов, наверное, до 10 здесь, сверху. Ну, у нас температура 21 градус. А потом я их поставила туда, в холодильник. Теперь они такие холодные. Не знаю. Я делала это, знаете, как бы не солить их там или не консервировать на какое-то время. Я их делала как блюдо, которое я собираюсь есть сегодня. Поэтому, ну, может, кто-то хочет их законсервировать на дольше, знаете, под крышечку. Вот этого я не знаю. Это вы можете попробовать и потом написать. А так, мне такой огурчик нравится. Мне вот такой классный укропно-чесночный вкус. Вот. Класс. Все нравятся. Так, я вытащила два кусочка. Остальные пускай там квасятся. Я хочу сказать, что я здесь, когда помидоры такие дешевые, а сейчас они не очень уже дорогие, я еще и помидоры посолю. Ну, помидоры, знаете, это как бы сложнее, потому что огурец, он раз-два, и сегодня уже его можно кушать. А помидоры, они должны, ну, постоять дольше. Ну, делала. Получались такие у меня... как из бочки. Я без уксуса, там без сахара, я просто в соли помидоры. И они получались такие, как из бочки. Классные. Я с такими помидорами люблю борщ варить. Это вообще вкуснейший получается борщ. 100 раз лучше, чем с каким-то просто томатным соком. Так, вот я себе нарезала этих огурчиков. Их не надо ни салата никакого делать для меня. Еще не надо делать. Порезал и ешь. Теперь я вам покажу, тут у меня остался, я уже его доедаю. Помните, я покупала мясо, такой большой кусок замороженный, свинины. И говорила вам, ой, как пахнет классно. И говорила вам, что я это буду выпекать. Вот я его выпекла, смотрите, вот у меня остался уже кусочек. Выпекла в этом аэрогриле. Тут еще была эта шкурка такая, я ее есть не захотела, хотя она получилась такая хрустящая, там еще был под ней слой такого как бы сала. Я это все обрезала и выбросила этим псисом туда. Они это все съели. А это я режу по кусочкам и ем. Так классно. Сделала такой здоровенный кусок. Читала, как это делать. В аэрогриле. По весу у меня был кусок, сейчас скажу сколько, 1,5 килограмма было. 1,5 килограмма было. Вот для полутора килограмм я прочитала, значит, я делала так. При температуре 200 градусов, там надо, ну, считать по весу, значит, вот для полутора килограмм. При температуре 200 градусов где-то 20-25 минут. Потом я брала, значит, ставила я его, сейчас температуру закончу. И потом еще 70 минут, то есть всего полтора часа у меня было. То есть полчаса на полкилограмма мяса. И пропорционально потом можно время уменьшать, если вес меньше. И, значит, где-то 20-25 минут, ну, где-то у меня так стояло, по-моему, 20 минут при 200 градусах. Это оно так схватилось и как бы обжарилось. Аэрогриль я прогревала 5 минут перед этим, то есть я ставила уже в горячий воздух. И потом 70 минут у меня было, то есть в общей сложности получилось 90 минут, полтора часа.
и 70 минут было при температуре 180 градусов. Так классно выпеклось, я не переворачивала. Значит, как я его солила? Его же надо как-то просолить. Но если просто посолить, я думаю, оно не просолится. Поэтому я взяла его с утра, сделала такую соленую воду и туда его положила в соленую воду, этот кусок. Он у меня уже был размороженный. Ну, такой был из холодильника, холодный. Я его положила туда, и вот он у меня где-то часов до 6 там лежал в этой соленой воде. И потом, я взяла и воду эту слила, мясо хорошо осушила. Сейчас я одну секунду, я переверну эти хэшбрауны. Потом я мясо осушила. А так, прямо полотенцем. Я потом полотенце постирала. Вот. И взяла его, поперчила. Еще по возможности пошпиговала чесноком. И шкурку саму, я еще и шкурку саму натерла солью. Если вы хотите, чтобы у вас шкурка была, вот хотите вы со шкуркой выпекать, и хотите, чтобы шкурка была хрустящая, даже если вы не будете в воде держать, а просто мясо, у вас может меньше будет кусочек, и вы просто мясо посолите, оно у вас постоит обязательно, соль должна пропитаться, то шкурку надо обязательно, чтобы она была сухая, и натереть ее солью. Вот тогда она будет хрустящая. Понадрезала ее, конечно, чтобы были такие разрезы на шкурке. Ой, потом сбрызнула растительным маслом и туда пошло. Так, класс. Хорошее получилось мясо такое, вкусное. На соль хорошее. Знаете, и не надо, чтобы оно было такое, какое-то сильно соленое. Вот, и поэтому теперь я вот уже его третий день ем. Так, теперь сюда пойдет вот так вот мясо. Классно. Тут еще кусочек мне хватит его. Ой, надо взять, наверное, меньше эту. Так, коробочку. Попытаюсь его в такую коробочку определить. Вот такую маленькую. Уже. Зачем такую здоровенную? Поставлю в холодильник. Так, иди туда. Это пойдет на помывку, так сказать. Пошло на помывку. Это тоже дощечка пойдет туда. А знаете, что я вспомнила? Я уже тут, когда выставляла эту камеру, и так сказать, вспомнила, что у меня есть горчица. Ха-ха-ха. Я, потому что я когда... А, пахнет, тут на донышке осталось. Это я ее покупала, когда сардельки ела. А, и я вспомнила, что у меня есть горчица. Эта горчица называется дижонская. Она такая, знаете, не ядовитая. Она такая очень нежненькая. И поэтому я вспомнила, что я, наверное, это мясо так немножечко сверху горчичкой. Она такая немножко кисленькая и такая вкусненькая. Класс. Заодно и баночку можно будет помыть и выбросить. Потому что тут не полагаются грязные баночки выбрасывать. Нет, не буду выбрасывать. Тут еще можно, так сказать, вытащить чайную ложечку. На завтра. Хорошо же я вспомнила. А то если видео не снимала, так и не вспомнила. Это. Так. Знаете, хорошо и быстро готовить обед. Быстро приготовиться. И будет вкусно. Класс. Ой, я занимаюсь полезным делом. Знаете, посмотрела только что видео. Это Алексей Арестович на его канале. У, как же этого? Фердман, по-моему, Николай. Вместе с ним проводит. Пойдите посмотрите. Нравится вам Арестович, не нравится, это второй вопрос. Знаете, это же он, как бы сказать, не 100-долларовая бумажка, всем нравится не может. Но он говорит такие вещи,
от которых у тебя это волосы дыбом становятся. Пойдите, посмотрите. Он описывает положение в Украине, перспективы ее. И, ну вы же все слышите, Америка, дадим деньги, не дадим. Будем пропускать, не будем пропускать. Это европейские страны на территорию Евросоюза. А он рассказывает, почему не пропускает. Не потому, что говорит телемарафон, по другой причине. И потом Германия, то дадим, или кто там Евросоюз, или кто там дадим, то дадим 50 миллиардов, то дадим 20, а то и вообще ничего не дадим. И вот он теперь там развивает эту тему, там длинное это видео. Я люблю такие видео. То есть я что-то делаю, а, так сказать, тебе рассказывает в этот момент. Там час с лишним. Но знаете, как говорится, слушается на одном дыхании. Вот так поставьте, что-нибудь делайте вроде бы меня, а сами слушайте. Положение катастрофическое. Он все время говорит слово «договариваться». Ну, чтобы вы понимали, он не говорит, что это переговоры с Россией. Сели, а там где-то собрались, Россия пришла, тебе выставила ультиматум. Вот это наше, вот это мы забираем, это тоже забираем, это забираем. Ну, а вам то, что осталось. Нет, нет. Они такого... Это называется ультиматум. И таких переговоров, как, допустим, мы там представляем себе, там чем-то переговариваться с точки зрения, а мы вот отдайте нам назад, а мы это хотим вот такие границы, мы хотим другие границы, мы хотим их и не перестанем хотеть. Но надо смотреть реально на вещи, можем ли мы это сделать. Причем еще он раскрывает вот эту тему, вот эти вот, так сказать, негоразды между Залужным и Зеленским. Ну, я свое отношение к Зеленскому высказывать не буду. У меня оно, знаете, свое собственное. Ну, хочу сказать только одно. Знаете, я просто сейчас, я вообще не высказываю в этом отношении. Так, выключила. Можно доставать. Я не высказываю в этом отношении, но, как сказать, хочу сказать только одно, что из-за моего отношения к Зеленскому моя двоюродная сестра выбросила меня из друзей и со мной перестала общаться с 2019 года. Ну, потому что я ей пыталась вправить мозги, ей это не понравилось. И приятельница, с которой мы учились еще в институте, потом поддерживали долго отношения, она тоже... Ей не понравилось мое отношение к этому. Ну, я считаю, что не профессионалам нечего делать. Ну, так сказать. И вот он рассказывает, некоторые приоткрывают завесу, что и как было вот там вот в офисе. Лучше бы я этого не слушала. Но я хочу, чтобы не только мне одной было, так сказать. Плохо, пусть и вам будет. Знаете. Вот. Поэтому пойдите и послушайте. Это ужасно. Ужасно. Ну, вы же видите, как бы недаром Залужный написал, что мы находимся в патовой ситуации. У нас нет чем воевать. Людей мало. Смотрите. У меня получается такой обед. Ну, знаете, когда вы видите так близко тарелочку, вам покажется, что она такая большая. А когда я немножечко сюда дальше, то она не очень большая. Такая тарелочка, в ней как бы огурчиков много. Ну, в общем, пойдите и посмотрите. Он говорит слово «договариваться». Договариваться он имеет в виду, если кто не понимает. Потому что, знаете, как написала когда-то одна зрительница, я не слушаю Арестовича, я слушаю об Арестовиче. Я его слушаю давно, с 15 года, еще на Ютубе. Ой, на Фейсбуке. Его там на Ютубе не было. Был на Фейсбуке. Видео выкладывал. Он говорит, договариваться в каком смысле? Ну вот как в 45-м году
договаривались об этой вот европейской безопасности. Потом, в каком там, в 75-м, чешо, году были эти тоже европейские, там всякие эти, подписывались документы о европейской безопасности. Ну, а сейчас он хочет, чтобы тоже страны, которые, ну, тот же Китай, та же Америка, та же Германия, другие страны, очевидно, и Россия, а как, это большая страна с большими ресурсами. Как бы там на нее не накладывали санкции, какие там эти санкции, не знаю, как они работают, но Россия получила за прошлый год, наверное, он говорит, 600 миллиардов долларов. 600 миллиардов, это значит каждый день 2 миллиарда долларов. Да? Неплохо. 1 миллиард он тратит на Путин на войну, ну 1 миллиард там. Половина в карман. Половина еще куда-то идет. Ну вот он говорит, что как бы какая-то, кто-то должен сказать, что вот страны должны собраться, тот же, чтобы это вот, что там эти войны какие-то локальные, чтобы это каким-то образом вот эту всю мировую турбулентность и то, что творится в Израиле, и то, что там рядом вокруг, ну чтобы это каким-то образом страны между собой, возможно, договорились, чтобы это остановить. Вот так. Вот это его тема. И когда вы слышите, что Арестович там предлагает договариваться, нет, это ж не только он уже, и другие говорят. То есть говорится о том, чтобы, ну, как бы, типа, знаете, как ООН там была организация, там тоже о чем-то договаривались. Ну, вот, очевидно, какая-то, может быть, другая организация будет. Все это ужасно сложно, ужасно сложно. Я единственное, что мне пришло в голову, я вчера еще посмотрела кусочек, как там один россиянин, старый уже, 60 лет ему, пошел воевать. И он объясняет, почему он пошел воевать. И сказал, что 90%, или 70, или 90, нет, он 90% сказал, в российской армии воюют за деньги. Люди пошли заработать ценой своей жизни, заработать денег. Почему? Потому что платит Путин большие деньги. И если человека убили, он там что-то какие-то бешеные миллионы идут. То есть люди могут, его семья, решить эти проблемы. И вот такой, такой худой такой дяденька, он, по-моему, не русский, наверное, из какой-то другой национальности, потому что он, по-моему, немножко с акцентом говорил. Может, дагестанец, может, еще кто-нибудь. Ну, его непонятно, он в шапке. И вот он говорит, что я пошел за деньги. Работы нету, перспектив нету, квартиры нету, 60 лет ему. И он сказал, я хотел, чтобы меня убили. Тогда ему выплатят этим убиенным, кому убиенным, там миллионы выплачиваются. Но его не убили. Наверное, он в плен попал. И там это отрывок был из видео, я не знаю, но похоже, как будто человек в плен попал. А я так подумала, а если бы Путин не пошел убивать украинцев, не тратил бы такие бешеные деньги на эти ракеты, на содержание армии, там ее же надо кормить, подвозить, там все это горючее, а эти деньги, которые он раздает убиенным, а он бы эти деньги раздавал не убиенным, а раздал бы просто людям, чтобы они не шли воевать, я просто там, я взял бы их и раздал эти деньги, эти миллиарды. Представляете, как было бы классно? И не было бы войны в Украине, и люди бы не шли. И этот человек говорит, то он говорит, ни у кого нету, как бы к украинцам никакой такой ненависти, и никто там не говорит ни про какие-то глупые там, какие-то денационализации и прочее, эту хрень, которую уже сейчас и пропагандисты-то российские не повторяют. Он говорит, все пошли за деньги. То есть это... Как бы Путин их нанял на работу. И они пошли на работу, люди, ценой своей жизни что-то заработать. В общем, это ужасно. Ну, интервью Арестовича посмотрите. Это как бы, он там рассказывает вот эти вот, знаете, все, то, что вам не рассказывает никто. Он сказал, что если бы я все рассказывал вам, он имеет в виду и про руководство, и про офис президента, и про отношения в армии, и про это, про все. Он говорит, если бы я все вам рассказал, так вы вообще тут упали все в обморок. Пойдите и посмотрите. Ну, я пошла.
обедать. Ням-ням-ням, сколько? О, уже 3 часа. Пошла я вся обедать. Ну, а мы еще увидимся.